Всем привет, дорогие друзья, с вами Шурим, мы играем в Parker Jump. И да, тоже связано с парковкой, походу. И суйма реклама, скорее всего, потому что такая простенькая реклама, она будет с очень простенькой... А, кстати, они могут пересечься как-то? Например, он едет, я раз нажал. Рекламка, когда же она будет? Вон она как. Ну, мы типа вытаскиваем из простых. Я рекламу видел, там вообще жестко. Типа ты должен, ага. Ну, сейчас как бы. А, ну типа, подожди. Все, я хотел узнать, столкнутся ли они. Оказалось, нет, не столкнутся. Вон она как. Ну, это логическая игрушка, конечно, да, не спорю. Ну, блин, тут пока... Ой. Джех. Ну, блин, так-то... Что-то... Так, у нас получается... Мы чуть побольше, да, прошли. Так, у нас получается вот. Так, сюда едем. Ну, это логическая игрушка, по сути. Ну, те, кто любит. Ну, как логическая, это больше... Ну, так, очень простенькая игрушка, очень непринужденная игрушка, я не знаю, как сказать. Да, с, как бы тоже с рекламой. Ну, здесь, знаете, рекламы не настолько много, как я думал. Так, раз, два. Сюда, сюда и назад. Поехали! Что такое? Так. Да. 83. Мы почти открыли другую парковку, как я понял, да? Угу. Дальше. Нет, не хочу. Так, 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 так. Парковочка здесь непринужденная. Сюда уезжаем, это уезжаем, это уезжаем, это уезжаем. Так, это уезжаем сюда. Давай, братан, братуха! Братан, братан, братишка. Йоу. Без рекламы никак. О, бабулька какая-то ходит. То есть надо успеть, когда еще бабулька пройдет, да? Чтобы не задавить. А можно ее задавить как-нибудь просто? Ну так, ради интереса. Ради эксперимента. Так, остался еще Smoking Vic. Давай посмотрю. А, ну, кстати, а можно бабку задавить? Хуя бабка, ебать, жесткая. Бабка реально жесткая. Так, ладно. Так. Вообще опасаться нужно бабку, а то она машину вообще прокинет прям одной рукой. А что тут у нас? А, мы что-то выполнили, кстати, надо посмотреть. Нет. Play. А. Ух ты. Ух ты, жестко. Уху. Блин, бабулька ходит. Вщ, успел, когда бабулька. А, ну тут вот здесь вот можно проехать. Вот здесь бабульку надо подождать. А. Yeah, мы это сделали. Надели платье белое. Так, комнат. Реклама. Так, следующая, да, парковочка. Ну, не знаю, парковочка-то. Бабулька-то вообще жесткая. Мне не связываться. Блядь, все через бабульку сейчас надо. Блядь, может через верх? Лучше здесь через низ, да, не через бабульку. А то да ну нафиг. Тут через бабульку придется, да?
Ага, попадание. Уху, я попал. Бабульку обошел. От бабушки ушел, и от дедушки ушел. От бабульки уйду. Ты реклама? Вонючка. Вонючка реклама. А, это получить денежки. Вон как. А это осталось маленькое, что ли? А, это типа за денежку. Ну-ка, давай посмотрим. Это другую парковку, да? Карс. О. Так, еще что-нибудь посмотрим. Во, гоночная машина. Да, гоночная машина поставлю. Ну, а едут такие, как классно. Ой, она там друг другу всунулись, они прям. В первый день друг другу. Реклама. Так, давай дальше продолжим. Так, а здесь что? Погодь. Нет, не вверх. А, нужно еще врезаться. Вон как. Вон. Я что-то даже не догнал. Можно же врезаться. Здесь не нарушаешь же никаких правил. Кроме как все. Такой бибикнул. Так. Реклама. Это боли. Так. Вот. Так. А, вот это. Блядь, я что-то вообще забыл. Можно и так. Ой, другую парковку можно. А, домик даже другой. А, не, ну разблокируй себе манал. Ай, блядь. Так, ну что? Так, сюда. Так, жалуются еще такой. Типа, бип-бип. Блядь. Бля, реклама. Тих. Бабулька опять, опасная бабулька. Бабуляндра. Ах, она не передвинет тачку, интересно. Подождала, смотри-ка какая. А, можно вот так вот сделать же. Бабуля, я твой фанат, бабуля. Так, 20 левел, надо посмотреть, что там 20 левел. Так, давай-ка посмотрим. Блять. Единственный плюс этих игр с рекламой, мне не надо искать игру для обзора. Это единственное, наверное. О, где-то другой паркинг сейчас нажмем. Да, посмотрим. Подожди. Сейчас сыграем. Посмотрим рекламу, наверное, скорее всего. Не, смотри. Это билд. Это что у нас? Ух ты. А, бабочки нам приносят каждое. Чувство. Ух ты. Каждые 4 часа бабосики. Ух ты, улучшилось. Смотри-ка. А тоже можно улучшить? Нет. Просто бабосики. А что еще можно? А, можно и здесь еще устроить. Ну, хотя бы здесь что-то еще прикольное есть. Ну, хотя, что это, бля? Для чего вообще? Просто до дома построить. Ладно, ребят, на этом все. Я уже вам ушел с рекламы смотреть. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.